Как дела, Костик? Мы уедем ненадолго. Вот, я поеду машину забирать. А, ты вообще охуел? Расскажи-ка, блядь. Чат, а вот в моем телеграме можно посмотреть. Я охуел, блядь. Я купил новую машину случайно. Четвертую, блядь! Третью за полгода, нахуй! Случайно получилось. Случайно нахуй, блядь, Порш купил, ёбан. Я в ахуе нахуй с него, блядь. Я вот ты правильно пишет ЦПД. Верни сначала 500к. А я тебе завтра привезу. Я сегодня хотел... У тебя есть еще и чтоб вернуть деньги, ты охуел совсем. Я хотел сегодня, но я не успел сегодня просто, понимаешь? Я завтра тебе привезу деньги, да. 50 долларов, как и занимал. Что? Откуда нахуй? Я дюпаю, я же, блядь... Механизм строю, понимаешь? Я надеюсь, ты сядешь нахуй. Эй! Нет! У нас, вот мы, кстати, можем похвастаться. У нас налоговая отчетность сошлась идеально вообще. Да, тебе да. Это тоже предстоит, да? Ну, я надеюсь. А что? Вот сейчас квартал уже закончился. Налоговая в курсе, так что не надо тут. Эй-эй. Да. Я это не стерплю нахуй. Я перед лицом великого не терпил и говорю, что я эту хуйню терпеть не намерен, блять. Я только готов от своей женщины что-то стерпеть. Но вот это, блядь. А что вот это? Вот эту хуйню, вот эту вот. Флекс, ты, вот ты рэпер, ты нахуй. Ты на этой машине сколько будешь тебя... кататься ладно, потом, хорошо. Понимаешь? А сколько у тебя треков? Кстати, я 2 новых написал. А, ладно, а теперь скажи мне, какая из них твоя любимая? Я на этой еще пока толком не покатался. Ты на этой еще толком не покатался? Ты можешь, я на них обоих еще толком не покатался. Да? Ты можешь в Телеграме показать, что они на как. Я, если что, я не хвастаюсь, но я просто правда доволен. Ой, подожди. Это не то. Вот это, да? Вон, выше. Аватарка уёбская. Ниже, вон, вот. Аватарка уёбская. Фотки лучше пока нет. Я хочу потом... А нахуй тогда вот это бэха? Ну, кататься. Это у этой 675 лошадей, у этой 400. Пиздец, блин. Ой, подожди, я сказал 675, соврал, 575, пардон. Месяц назад он мне говорит, блять, сука, второе место в гараже никак не могу найти, еле достал второе место в гараже. А еще два ты теперь нахуй, где будешь доставать? Блин, а мы 4 машины в ряд так поставим просто. Я, без шуток, короче, у меня сейчас 2 парковочных места арендованы, они типа расширенные. Я думаю, сегодня ночью, наверное, может быть сегодня ночью, я хочу попробовать, короче, ну 3 машины там охуять. Интересно, соседи сильно скажут, что я охуел? Нормально? Ну блин. Нормально вообще. Так, опа. Пиздец. Ну все тогда, давай пока. Да. Не, вы ночью приедете только. Ну какая прикольная. Мы их заберем сюда. Не, ну я был только влево, я могу только левой судить. Ну ладно. Не, снаружи правая покруче выглядит. Реально? Мне нравится больше, она такая менее агрессивная. Охуел. А что, левая круче? Конечно. По центре голосования. Не, реально, я с тех пор, вот как с Костиком начал общаться. А, он здесь. Я себя чувствую нищим, блядь. Я до этого думал. Да у меня тоже ебать, денег. Ебать, я флексер, нахуй. Я думал, я ебейший майнкрафтер. Думаю, там майнкрафтеры, блядь, пусть просмотры свои делают. Говорю, у меня сервера, нахуй, я жесткий. Приезжает Костик Смерч, у которого. Ни мерча, блядь, тогда не было, нахуй. Ни этого, как его, ни сервера. Да. Просто сидит, стримит, блядь. За то время, пока мы общаемся, 3 машины купил и ни одну не продал. Ладно, предыдущую продай, чтоб новую купить, нахуй. Подожди, что, блядь? 4. Ты приехал на красно-черный. А, ну ладно, да. Но ты знаешь, Пуп, он думает, что это хорошее вложение, а надо было... Не, ну вложение, на самом деле, вложение топовое. Так, да. Так, а все, денег он нет, алло. Не, он их потом моментально продаст и дом может купить, наверное. Ну да. Так, а все, денег нет, я же говорю, реально. Все, потратим, все. Это пиздец, блядь. Это пиздец. Я в ахуе. Не, я еще жду, когда он покажет кабриолет. Игорь не смонтировал. Вот. И когда мне все начнут в комментариях писать про номера этой машины, я, блядь, жду, нахуй. Я заебусь. А что там по номерам машины? ЕКО. Там номера ЕКО, блядь. Я уверен, что это, блядь, у меня вся предложка в тот же день, когда это видео выйдет, нахуй. Вся предложка, блядь. Продам номера ЕКО. Можете писать мне в ЛС.
Реально. Так, смотри, голосование говорит о том, что правая посимпатичнее. Сколько процентов? 65%. Реально? Ладно. А, да, мы сейчас приедем. Зак, давай за это, что ты пук бесится, что у тебя 4 машины, за это мы тебе сделаем. А, Костик, слушай, у тебя вот тут раздражение не пошло, у меня пошло. Что, пиздец, чувак? Не, не буду показывать. Это пошло еще как, чувак. У меня тут прямо, ну вот как у меня, да? Это, скорее всего, в два, вот представь, в три раза жестче. Это спрей какой-то, видимо. Да. Это воск. У меня до этого так же было. От воска, типа, я не знаю, что с ним. Это очень больно, чат, это пиздец как больно. Включать, это было так охуенно, мне Костик что не разрешил видео выкладывать, но я его сейчас хейчу, поэтому... Это так больно. Нет, сейчас. Это было больно, блядь. Все, игры Фуги на день рождения. Всем пока. Так, алло, сэр Донатуре.